Здравствуйте! Вы на канале «Все получается вкусно». С вами Галина. Сегодня я хочу вам предложить быстрый торт без выпечки по типу тирамису. И начнем с крема. Вареная сгущенка. Сыр маскарпоне. Хороший, густой, без всякой сыворотки. У нас будет ананас, поэтому я буду делать вот так. Вот эта жидкость с ананасов я сняла. Ананас немножко измельчила побольше. И теперь вот в эту водичку я буду окунать печенье и укладывать его. Вот так. Без особого энтузиазма, так как ну быстренько и хватит. Выкладываю ананас, подсвеженный, подсушенный, можно даже отжать его немножко. Уже все равно у меня очень много жидкости. Вот так примерно. А теперь я посыпаю их. Я всегда люблю это самое. В тортах всегда люблю орехи. Вот мне обязательно надо там орехи. Вот это грецкие орехи. Я их поджарила. И вот так. Все, ну теперь сейчас буду повторять. Четыре белка я сюда взбила. И на большую скорость. Thank you.
сварился сироп. Я буду тонкой струйкой его сюда вливать. И взбиваем, пока вот не начнется стенок отпадать. Взбиваем до такого состояния, чтобы вот он начнет со стенок уже кусками так отпадать. Вот уже вот-вот будет готов. Короче, вот такой смешной торт у меня получился. Короче, мишки пришли на елку. Только елка у меня странная получилась. Мишки Барни пришли на елку. На первый раз, девочки, пойдет. Я не работала еще с этими кремами, еще не научилась. Так что вот так. Ну, что-то пыталась изобразить деткам. Потом детки придут завтра и скажут, вкусный он или нет. Ну все, пока-пока. Всего хорошего. С Новым годом. Ну вот, постоял ночь тортик. Будем пробовать. Салат. Торт очень нежный. Очень вкусный. Орешки. Вкуснятина. Очень вкусный. Ну, деткам мишки. Завтра придут детки. Расхватают мишек. Вот такой вкусный. Ореховый. Орехово-фруктовый. Тортик получился. Вкуснятина. Всего вам хорошего. До свидания.